16:45. До торжественного открытия Матросского бульвара 15 минут, а у входа уже собралась очередь. Ведь этот день для тысяч севастопольцев – настоящий праздник, которого они ждали несколько лет. Я очень счастлива, что он наконец-таки открылся. Я помню его еще в старом исполнении. Мы сюда ходили. Он очень долго был на ремонте, поэтому я счастлива, что он открылся и такой красавец. Мы так ждали. Все загадывали, ну как это будет происходить? Шикарно, шикарно, прекрасное открытие, очень радостно. Среди первых гостей Матросского много тех, кто провел здесь свою юность. Их, как и прежде, встречает центральный монумент, памятник Казарскому. Те же тенистые аллеи, мощеные дорожки и летний кинотеатр. И кажется, что на этом бульваре они вспоминают те далекие дни с ностальгией и гордостью. Я как раз иду и вспоминаю, что, будучи студенткой второго курса, я приехала в Севастополь. И вот здесь была танцплощадка под названием «Яма». И когда сверху смотришь, были одни бескозырки матросские, просто волна шла такая. Я матросом и курсантом вот здесь вот был на танцплощадке, встречался с девушками. Все это на моих глазах. Все, кто находится здесь сегодня, словно переносятся еще дальше в своем путешествии в прошлое. Теперь они в 19 веке. Матросский – первый бульвар в истории Севастополя. Главной задачей проектировщиков при реконструкции было воссоздать его таким, каким задумывал и строил сам адмирал Лазарев. И кажется, все получилось. Вход стерегут мраморные львы. Дальше беседка в мавританском стиле. Рядом вальяжно прогуливаются дамы в кринолинах и офицеры в форме. Привезли даже точную копию пушки времен Крымской войны. Это 6-фунтовая легкая полевая пушка выпуска 1841 года Брянского арсенала. Такими пушками были вооружены русские артиллеристы, которые сражались в Крымской войне и отстаивали Севастополь. Выстрелом из этой пушки открывают торжественную церемонию. Сегодня здесь звучит много слов о тяготах и долгом судебном процессе с предыдущим руководством города и о радости. Ведь, несмотря ни на что, Матросский бульвар снова открыт для горожан. Сегодня случилось долгожданное событие. Матросский бульвар открыт. Матросский бульвар вернулся севастопольцам. Он вернулся обновленным. Совершенно потрясающе проведена реконструкция. Многие говорят, что отчего развожая сделал, пишет, по крайней мере. Надо было только не мешать. Друзья, это совсем не так. К сожалению, предыдущая администрация наставила таких гвоздей, которые, в общем, вообще ставили под сомнение, в принципе, юридическую возможность завершения этого проекта. Поэтому мы дружно работали вместе с правительством. Это прекрасный пример, как говорится, что можно вместе сделать. Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что вскоре в городе появится новый праздник – День Матросского бульвара. И эту новость жители приняли долгими овациями. Екатерина Брега, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.